Друзья, всем привет! Вы на канале сети салонов Аудиотехника. Меня зовут Евгений, и я рад всех вас сегодня видеть. Сегодня рядом со мной оказался аудиофильский мускулистый интегральный стереоусилитель Xyndac A600EV, обзор на который вы увидите в этом ролике. И поверьте, он сможет вас удивить. Кстати, у вас есть уникальная возможность приобрести в сети салонов Аудиотехника вот этот тестовый усилитель со скидкой 20%. Всего один усилитель с такой скидкой на всю страну. Абсолютно новое устройство, только еще проверено нашими профессионалами. Торопитесь, пока вы думаете, кто-то уже покупает данный усилитель со скидкой. Перед тем, как приступить к обзору, хочу напомнить вам, что в сети салонов Аудиотехника представлена аппаратура таких эксклюзивных марок, как Aurum Cantus, Xyndac, Cuff Audio, Opera Audio Consonant, Коктейль Аудио, New Prime, Swan и многих других брендов. Производителем данного музыкального оборудования является уже немолодая китайская компания Xyndac, которая начала свою деятельность в 1988 году как фабрика по производству мембранных конденсаторов специального назначения. С 1993 года компания Xyndac занялась разработкой и производством первых моделей усилителей под собственным брендом и быстро выросла до признанного во всем мире производителя аудиотехники Hi-Fi и High-End класса. А показанный в Лас-Вегасе на CEO 2010 усилитель мощности A600P, который был построен на высокомощных транзисторах Sanken с глубоким заходом в класс А, очень тепло приняли даже требовательные американские аудиокритики. По прошествии одного года соотечественники Джеки Чана уже усовершенствовали и без того успешную модель серии A600P и выкатили интегральник A600E, добавив в конструкцию моторизированный потенциометр громкости. 3 небалансных входа в дополнение к штатному балансному, 1 прямой в обход регулятора для интеграции в системы домашнего кинотеатра и селектор для них. Стереоусилитель спустя несколько лет, естественно, проапгрейдился еще и получил улучшенную систему питания, а также новые символы в названии Xyndac A600EV. Сейчас его внешний вид представляет собой брутальное аудиоустройство, выполненное в черном цвете. Усилитель обладает внушительными размерами – 450 мм в ширину, 220 мм в высоту и почти 600 мм в глубину. И весьма солидный вес – 53 кг. Его классический дизайн гармонично сдержан и стильно впишется в любой интерьер. Лаконичная передняя панель с плавными кривыми и минималистичным расположением управляющих элементов создаст впечатление того, что в этом аппарате нет ничего лишнего, только надежность, производительность и качество. Богатый функционал стереоусилителя предоставляет возможность подключения источников через 4 входа. Один XLR и 3 RCA, один из которых прямой, позволяет использовать интегральный усилитель в режиме усилителя мощности в обход встроенного предусилителя. Полезен для подключения к AV-ресиверам в системах домашнего кинотеатра, а также для подключения к внешним предусилителям или ЦАПу. Компактный, но стильный алюминиевый пульт не может не порадовать обладателя данной модели усилителя. Внутри этого здоровяка на литом алюминиевом шасси располагается конструкция, построенная по принципу двойное моно на комплементарных парах биполярных транзисторов Sanken японского производства. В каждом плече усилителя на медной шине толщиной около 1 см располагается по 8 сильно точных транзисторов. Медная шина, в свою очередь, рассеивает тепло на массивный алюминиевый радиатор с хорошим оребрением. Между всеми соединениями элементов в системе охлаждения усилителя в качестве проводника используется качественная термопаста для наилучшей теплопроводимости. Инженеры компании Xyndac позаботились об отличной системе охлаждения. Этот усилитель очень сложно перегреть. За питание отвечают два мощных тороидальных трансформатора с гальванической развязкой
по 580 Вт каждый, расположенный под электромагнитным экраном из нержавеющей стали и 24 конденсатора с общей емкостью 240 тысяч микрофарад. Также в системе питания данной модели находится 4 компактных независимых Ш-образных трансформатора, отвечающих за питание остальных элементов. И еще 8 конденсаторов по 2200 микрофарад. Всего 258 тысяч микрофарад. Чтобы вы понимали, насколько это много, я попробую сопоставить объем емкостей данного усилителя с электрической емкостью планеты Земля. Емкость земного шара составляет порядка 710 тысяч микрофарад. Это значит, что 3 таких усилителя будут иметь электрическую емкость больше емкости целой планеты. Представляете, насколько это много? Все вот это позволяет ему звучать динамично и пространственно, с высокой степенью детализации, качественно справляясь даже с самыми сложными акустическими системами. Сколько еще интегральных усилителей могут похвастаться такими емкостными значениями в данной ценовой категории? Если знаете еще такие усилители, пишите в комментариях их название и модели. Интегральный усилитель Xindac A600EV обладает высоким отношением сигнал-шум, которое составляет не менее 95 дБ, обеспечивая чистое звучание. Устройство обладает широким диапазоном воспроизводимых частот от 10 Гц и до 100 кГц с минимальным снижением уровня на 0,5 дБ. Номинальная выходная мощность составляет 160 Вт при нагрузке 8 Ом и 320 Вт при нагрузке 4 Ом, что обеспечивает достаточную мощность для контроля различных типов акустических систем. Коэффициент демпфирования более 220 на 4 Ом и более 440 на 8 Ом обеспечивает достаточное затухание колебаний и хорошую динамику, при этом не пересушивая звук и не лишая его естественных послезвучий. Пиковый ток каждого канала может достигать 68 ампер, что является невероятным показателем для такой системы за такие деньги. Для подключения акустики по схеме B-Wiring в усилителе реализованы 4 пары удобно расположенных позолоченных разъемов. Все характеристики очень хороши, но больше всего я был впечатлен пиковым током и емкостью фильтрации. Довольно редко можно увидеть такие значения усилителя по такой цене. Еще немного обстоятельных фактов об этом усилителе. Xindac A600EV развивает мощность 60 Вт в чистом классе А и может работать в режиме мощника. Консерваторам точно понравится. Как вы уже догадались, мне тоже понравился этот усилитель. Это настоящий монстр, не только по весу и габаритам, но и по звуку. У него невероятная сила удара, которая действительно переводится во взрывной и энергичный звуковой почерк. Это и понятно, учитывая особенности его конструкции. Но я не буду снова вдаваться во все эти детали. Xindac A600E – один из лучших интегральников для любых колонок, которые я когда-либо слышал. У него отличный бас с потрясающей панчностью и контролем, богатый и насыщенный средний диапазон, отличные голоса, полные эмоций с отличными текстурами и присутствием, отличные транзиенты со взрывной атакой и быстрым, но естественным затуханием, хорошая визуализация, распределение инструментов и наслоение. Не могу не упомянуть про первоклассное качество сборки и деталей. Однако, для многих людей может стать большим минусом то, что этот аппарат имеет нестандартную глубину в 60 см и весит более 50 кг, при этом не имеет никаких ручек для перемещения. Для удачного расположения его в помещении вам придется вызвать как минимум 2 подкачанных ребят или прямо сейчас бежать и покупать абонемент в тренажерку. А так, он предлагает невероятный звук по своей цене. Говоря про невероятный звук. Усилитель Xindac A600E обладает исключительными аудиофильскими характеристиками, которые обеспечивают высокое качество звучания в различных жанрах музыки. В жанре рока Xindac A600E вносит прозрачность и объемность в звучании. Например, при прослушивании трека Too Late for Love группы Def Leppard стереоусилитель передает каждую нюансировку гитарных аккордов, раскрывая их эмоциональность и динамику. В джазовой музыке такая модель позволяет слышать глубокое проникновение в атмосферу исполнения. Через Xindac A600E можно наслаждаться джазовыми композициями таких мастеров, как Take 5 Дэйва Брубика
или My Favorite Things Джона Колтрейна, словно они звучат вживую, благодаря улучшенной прозрачности и детализации звуковых инструментов. В жанре блюза усилитель Xyndac A600E передает каждую ноту с чувственностью и эмоциональной глубиной. При прослушивании блюзовых треков, таких как Pride and Joy Stevie Ray Vaughan или Rock This Blues Away Джона Ли Хукера, этот усилитель создает пространство для выразительности вокала и выдающейся техники игры на гитаре. В классической музыке Xyndac A600E передает богатство тембров и динамический диапазон оркестровых инструментов. Например, при прослушивании симфонии номер 9 Людвига ван Бетховена этот усилитель позволяет воспроизвести все нюансы и красоту смычковых инструментов и духовых секций. В жанре электронной музыки Xyndac A600E преобразует звуковые эффекты и создает превосходные басы и прозрачные верхние частоты. Например, при прослушивании строп «Dead Mouse» или «Insomnia Fateless» этот усилитель передает динамику и мощность низких частот, создавая настоящий звуковой пульс. В заключении. Интегральный усилитель Xyndac A600E является идеальным выбором для аудиофилов, предлагая высококачественное звучание и богатые нюансы в музыкальном материале в различных жанрах. Он передает всю сущность музыки, придавая ей эмоциональность, прозрачность и мощность, делая прослушивание истинным наслаждением. Слушал я этот усилитель на трехполосных акустических системах Aurum Cantus Melody M102. Предназначенных для использования в домашних аудиосистемах, обеспечивающих отличное качество звука. Рекомендуемая площадь помещения для оптимального звучания этих АС составляет от 20 до 40 квадратных метров. Вес каждой колонки 39 кг, паспортная мощность 250 Вт. Корпуса АС имеют прямоугольную форму с наклоном и выполнены из хорошо задемпфированного толстого, высококачественного MDF-материала, обеспечивающего минимум резонансов и минимум искажения звука. Они отличаются надежной конструкцией и хорошим качеством сборки, что делает эту акустику привлекательным выбором для аудиофилов. Но про них мы поговорим в следующих обзорах. С вами был ведущий онлайн-канала сети салонов «Аудиотехника» Бармин Евгений. Спасибо за просмотр, еще услышимся. Ссылка на усилитель в описании. Ролик выпущен при поддержке дистрибуционной компании AP Audio.